снова я рад приветствовать вас, дорогие подписчики, и просто те, кто случайно наткнулся на мое видео и зашел на мой канал. Сегодня будет видео, наверное, самое короткое, потому что, ну, рыба не особо клевала, но результат все-таки есть. И сейчас вы все сами увидите. Сейчас посмотрим, с первого опускания, интересно, возьмет. Если есть, должен. Вот он. Ну, вот он первый. Но небольшой, правда. Долго не заставил себя ждать. Стеклорез. Качал. Крючок не почувствовал? Не. Ох! А вот это хороший уже. Вот это за кило, около кило, наверное. Да не надо, бать. А вдруг? Такого, как у тебя, все равно. Да, вот это нормальный такой, золотистый сейчас будет. А может даже... Смотри, что вытворяет. Блин, какой. О, вот это уже другое дело. Это уже... Хотя, блин, казалось, больше. Казалось больше, но вот такой вот потянул на 800 грамм. За утро уже третий. Будем продолжать. Уже смотрю, этот торожок поднят. Ну, грамм 800, наверное. Ну, сопротивляется, опять сопротивляется-то хорошо. Блин, упертый. Слушай. Оп-оп-оп, поднимается. Где ты там? Вот он какой. Давай сюда. Оп, вот так вот.
потянул на 860 грамм. Четвертый. Уже как результат. Вот он. Блин. Как-то он слабо взял. Один раз приподнял и все. Да один раз приподнял и все. Да ладно. Блин. Неожиданный нежданчик. Че он, откуда он взялся? Ты откуда? Ладно. Но этот еще крупный. Ну этот, да, матерый ерш. Царь рыба. Ладно, плыви обратно. Буду я тебя убивать. Счастливый ты сегодня. Причем, ну ерш-то не мог же поднимать. Слышь, бать? Леща, походу дело ёрш. В общем, пришли сегодня с утра половить целенаправленно подлещика леща. С утра погодка-то еще была нормальная. Буквально сразу же первые 5 минут я поймал, отцепил, сразу же зацепил отец одного. И потом в последующем часе поймал я еще двух подлещиков, и заключение было, я выловил ерша. Поднялся ветер, вот сейчас дует ветер 6 метров в секунду, а то может уже и больше, и собственно клев прекратился. Опять такая смена погоды, что-то не везет с погодой вообще. В общем, по подлещикам что там было, 500 грамм, 750 и 2 что ли по 800, как-то так. Да? Ну, ветра дуй. Да, ветер сегодня. Погода ветер сегодня зачет. Завтра дождь будет. Ну вот если завтра дождь будет, то будет вообще пипец. В этом году чуть погоду крутит капитально. Сейчас надо собрать дров, разжечь костер, покушать и уже идти домой. Сегодня клёв, конечно, вообще никакущий был, но все равно. Сейчас мы быстренько соберем дров, благо дров тут предостаточно. Ну вот все, наломал дровишек. Сейчас разожгу костерочек. Покушаем и домой. В понедельник или во вторник пойду попробую, сделаю вылазку на щуку. Может, удастся половить успешно щучку. Ну, тоже смотря какая будет погода, опять же. Если так перепады опять будут, то и рыбы не будет, наверное. Чё? Двух окушков дернул. Ну, понял, все. Да. Там слунки, да там слунки. Маленькие? Там грамм на 100, а там отпустил. Чё, вот там уже все нормально с углями. Сейчас. Можно идти. Посижу 5 минут здесь. Ну, как-то вот так. Окунь тоже отказывается брать. Не клюет рыба. В общем, судя по всему, вообще ни у кого не клюет.
Маков достаточно на водоеме, но все передвигаются очень быстро. О чем говорит, что рыбы нет. Пришли сейчас половить плотву, посмотреть. Живчики ловятся. Одна поклевка только и все. Не знаю, что с рыбой. Собственно, рыбалочка-то подходит к концу. А вы, ребятки, не забывайте комментировать видео, ставить лайки, дизлайки, делиться в соцсетях. А новые зрители, если вы не подписались, то обязательно подпишитесь. Оп-оп, скользко. Ну, а на сегодня все. Всем удачи и всем пока.